коррекция натуральных ногтей в гель-лаковой системе. Твердосплавом снимаем старый материал и укорачиваем свободный край. Пламенем с красной насечкой прочищаем пазухи и зону под кутикулу, чтобы сделать срез ножницами. Прозрачной каучуковой базой от Lovely делаем тонкую подложку. Наносим ее тонким слоем и сушим в LED 30 секунд. Для выравнивания будем использовать фикс-гель от Lovely. Он идеально подходит для натуральных ногтей, мягкий в опиле и очень хорошо распределяется по поверхности. Для дизайна возьмем 0.1, 0.12 и 0.1 Shine от Lovely. Нейлоновой кисточкой выполняем покрытие шайном, цвет чистое серебро. Топом без липкого слоя от Lovely покрываем готовый дизайн. У него особая формула, что позволяет ему выравнивать идеально поверхность.